на дороге, соединяющей Славянск с Краматорском, в селе Ясногорка. Там люди пытались голыми руками остановить бронетехнику. Но военные, управлявшие тяжелыми машинами, были непреклонны, и, несмотря на реальную опасность наезда на кого-то из селян, продолжали движение, стреляя в воздух. Им говорили, их просили остановиться, им кричали, но бесполезно. В итоге одному из мужчин БТР переехал ноги. Людей становилось все больше, они устроили стихийный митинг, и в итоге, судя по этим кадрам, силовикам пришлось остановиться. Умирают взрослые, это одно, а когда умирают дети, когда взрослые переживают своих детей, это уже другое. Когда у меня двоих детей, вывожу с подвала, и две женщины плачут, выходят, я их фонариком их вывожу, потому что дом горит. И когда ребенка раненого выносят на руках, его несут, он в конце переулка умирает, до больницы не доезжает, это уже другое. Какая тут может быть между нами война? Даже это слово неприемлемо, понимаете, в нашем современном мире. Война между славянскими народами. А тут своих у них. А как относится к тому, что сегодня так называемые киевские власти дали команду, так называемые киевские власти, дали команду славянски убивать свой народ? Это вообще, как это можно вообще, это я даже слов не нахожу. Фашист. Несмотря на Женевское соглашение, тут ОБСЕ у нас постоянно ходит. Короче, пусть они... Что творится, я вообще не пойму, мы ничего не поймем, что творится, кто руководит вот этим всем бардаком. Что это такое? Мы живем на своей земле, понимаете? У нас своя культура, свой язык. Вы приходите к нам в дом и навязываете волю. У меня в отечественную два деда погибло. Я никогда не буду кричать «Слава Украине! Бандере слава!» И пусть это запомнят. А эти все ответят перед Гаагским судом. Как эта армия их? Она должна наоборот арестовать этих в Киеве всех террористов, всех этих президентов, кандидаты. Они же хунта, фашисты, отдали приказ убивать свой народ, идут к нему домой и его убивают. То, что у меня другое мнение, другая культура, и все, я стал за себя, я не политик.